знакомства. Привет, я Чебуратор. Привет, я Майя. Красивое имя. Давай дружить. Дружить? А ты умеешь? Я умею. Смотри. Я люблю тебя. Мне еще никто такого не говорил. Слышь, псина, куда ты идешь? Я тут нашел себе новую тянку и хочу пошарить с ней. Ну ладно. А ты не можешь научить меня играть в мяч? Конечно, могу. Майя, подойди ко мне. Ой, извини. Подожди, я сейчас. Странно, я же слышала, что меня кто-то спал. А это что такое? Не обращай внимания, мы просто играем. А ну иди отсюда, обманщик. Что-то Майи долго нет, а вдруг что-то случилось? Чебуратор, ты не представляешь, что я только что видел. Тимоха похитил Майю. Тимоха похитил Майю? Какой ужас, Майю надо спасать. Алый, блядь. Желтый обрюх. Ты опять кто меня звал? А, о, конква. Ай! Айскрим, ты что, с луны свалился? Нет, меня просто Тимоха толкнул. Тимоха, я как раз сейчас иду к нему. Пойдешь со мной? Да нет, не хочу. Желтобрюх, а ты что тут делаешь? Я просто гулял, никого не трогал. Вдруг я услышал крики айскрима и прибежал сюда узнать, что происходит. А потом меня Тимоха толкнул. А пойдем вместе с Тимохой разберемся. Окей. Смотри, какой вкусный пирожок! Стой здесь, а я сейчас вернусь. Ой! О, блин, я горю! Потушите мою жопу! Тимоха, как же ты меня достал уже. Ты только шалишь со всеми и жрешь свои пирожки. И вообще ты абобус. Позор, блядь. Ой, герой. А я не думала, что ты такой сильный. Ты умный и смелый. Ты правда так думаешь? Благодарить тебя. А я знаю. Яху. Яху. Михаил и Андрей. Господи, что за лай собачий? Михаил, сейчас я приду, только не уходите. Собака, лови палку. Все. Ребята, это просто собака. Понятно. Яху. Яху. Михаил и Андрей.
Там кто-то стучит. Михаил, ты подожди, там гость пришел. О. О, привет, Сандрей. А привет, Думгай. Пойдем в мою комнату, там мои друзья. Ок. Привет, а кто это, Сандрей? Знакомьтесь, это Думгай. Очень приятно. Думгай, присаживайся на мой компьютер. Четвертая серия. Новые гости. Короче, ребята, пошли сюда. Ну, пошли. Пошли. Ах, какой чудесный день. Хорошая погода. Птички поют. Согласны. Короче, ребята, вы хотите печенек? Да. Вот, держите печенька. Угощайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Когда Лев Фроловский и Dice Games съели печенье? Ну что, ребята, вы съели печенек? Да. Ребята, смотрите, они уже идут. Привет, Лев Фроловский и Dice Games. Привет, Алексей Кравцов и Мучилч. Привет. Стоп. А вы кто? Я Алексей Кравцов. А я Мучилч. Может, мы познакомимся с тобой? Ну, давай. Ребята, а давай мы пойдем домой. Я в нашем комнате покажу ваши каналы. Ну, давайте пойдем. Когда мы пришли домой, потом пришли в комнату, и Малек включил компьютер. Класс. Спасибо. Как всегда, пожалуйста. Конец. Яху. Лев и Малек. Пятая серия. Ресторан. Почему у тебя живот урчал? И почему ты такой грустный? Потому что я хочу кушать. Алексей Кравцов и Мучилч, идите сюда. Что случилось? У Лева Фроловского живот урчал, и он хочет кушать. Что же делать? Может, мы пообедаем на кухне? Или мы просто дам ему попкорн? Ребята, я придумал. А давай мы пойдем в ресторан. Ну давай, пойдем. Сейчас. Только сначала я выключу телевизор, а потом мы пойдем. Договорились? Да. Ребята, я уже выключил. Может, пойдем уже? Да. Когда мы пришли в ресторан.
Ребята, мы уже пришли. Этот ресторан называется Эмэнджис, который означает Млек Эндайсэс. Ну да, Малек, это ты открыл ресторан со мной? Да. А ты где будешь работать, на кухне или на кассе? Я буду работать на кухне. А ты умеешь готовить еду? Да. Понятно, но я буду работать на кассе. Окей. Добрый день, что вы хотите кушать? Добрый день, можно мне чизбургер? Фантуй на 10 сырка. А можно мне гамбургер, картоплю фри и кока-колу? А можно мне рыбу и картошку фри, молоко и на 10, печенька? Окей, ваш заказ будет через несколько минут. Несколько минут спустя, когда Млек приготовил все, что Лев Файловский, Алексей Кравцов и Мучичевич хотели. Вот, держите ваш заказ, пожалуйста. Дякую. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, Малик, ты как поработал? Нормально. Ну что, ты будешь там работать еще дальше? Да. Понятно. Конец. Это же ДВД Куми-Куми. Я позабыл его смотреть. Мне спать. Посмотри на мой компьютер. Вот он, ДВД Куми-Куми. Он стоит на 10 миллионов долларов. Посмотри на копилку. Так, так, так. Я думаю, что мы затратили деньги за еду и за магазин и за товарами. А давай мы дадим лимонад и получим деньги. Давай. Лимонад, покупайте лимонад за 200 долларов. Что? Лимонад? Дайте мне, пожалуйста, лимонад. Только на 200 рублей. Держи. На тебе лимонад, папе, на здоровье. Спасибо, дорогое. Это мочаити. Аж так? Я вас поймаю, придурки. Вам не убежать. Ты где? Зачем мы продали лимонад из мочи? И вот уж 200 долларов придется в копилку класть. Идея! Ловик, а давай ограбим банк и получим 10 миллионов денег. Давай! Ну вот, теперь ограбили банк за деньги. Теперь пойдем домой. Нам пора бежать. Тут полицейский гонится. Вам не спешать. Я вас все равно поймаю. Ловик, держи мешок с деньгами. А я возьму деньги и спрячусь в этот дом. А давай попоем песню и кладут мне деньги. Давай! Эй, дорогие телезрители, сейчас пою песню под названием «Мадам, поезд туда». Кладите деньги сюда, я спою.
задавит тебя, как букашку, не трогай. И вот мы получили 10 миллионов денег, и я пойду в копилку класть. А ну-ка, желание отсюда найди. Много денег! Я тебе буду купить ДВД-кубиками! Я зайду в магазин и только оставайся дома. Не шали из меня. Вот и я купил ДВД-кубиками. Ну как, ты доволен? А ты купил? Жила-была царевна на ДВД.